Привет, дорогие друзья! И в прошлый раз не было ролика, но сейчас он есть, как ни странно. Почему-то я где-то уже это слышал и где-то говорил. Сегодня вызов принят. Вы писали, я выполняю. Кидайте в обсуждение в группе ВКонтакте. Начинаем. Первый вызов – это съесть детское питание. Я бы думал, что это вообще легко, но детское питание у нас с брокколи. Мне специально написали не брать какие-то сладкие, типа морковку, взять какие-нибудь там либо с мясом, либо с брокколи. Вот я взял. О, фу. Давайте это выкинем. Это похоже, знаете, на, не знаю, щавелевый суп. Я люблю щавелевый суп. Я не знаю, я не помню, чтобы я пробовал брокколи, наверное, в супе, если только в каком-то. И что, давайте пробовать. Вот у меня есть ложечки. Пришлось купить 10 штук. Ладно, сделаем старым способом. Оп. Есть одна ложечка. Снимаем, как открываю. Знаете, чем это пахнет? Когда-нибудь нюхали канаву там на даче, к примеру, водоросли или пиявки? Вот это сейчас вот этим пахнет, и что-то такое вот так трыгается. Я, наверное, если не смогу все съесть, я, наверное, съем, ну, ложечек, они маленькие, ложечек 5-6. Ну, все, короче, начинаем. Первое впечатление. Если честно, напоминает кукурузу с горохом, протухшую кукурузу с горохом. Как вы думаете, это полезно хотя бы? Ну, очень странный вкус. Ну, не знаю, есть ли все или нет. Но все-таки давайте я попробую все съесть. У меня, благо, сейчас нос заложен, я не так чувствую вкуса. Зато не всякие чипсы, не шукарики. Сейчас, смотрите, много возьму и проглочу. Ребят, очень странный вкус. Но, тем не менее, я это съел. И мы переходим ко второму вызову. И второй вызов очень такой прикольный. Нам понадобится пустая рука и коробок спичек. Это был супер крутой фокус. Нам нужно ртом потушить спичку. Я никогда этого не делал. Я всегда очковал немного. Ну, попробуем. Фейл. Так. Нет, это, конечно же, не считалось. Я вот так вот сделаю, чтобы безветренно было. Нет, откуда ветер? Ветер откуда-то. Это или она потухла раньше? Она потухла раньше. Оператор говорит, что она потухла раньше. Хорошо. Сера во рту. Так, давайте попробуем две спички. Ребят, это очень довольно-таки тяжело. Что, чуваки, три спички и все. О, и знаете, короче, у меня теперь во рту водоросли сожженные. То есть я до этого ел вот это вот. Не, друзья, я больше не буду этого делать, потому что вот сейчас я немного реально обжег язык. Все-таки меня просили одну спичку, я сделал три. У меня во рту привкус какой-то гари непонятный. То есть вот этой вот серы. А мы идем к третьему вызову. Третий вызов нужно, короче, он будет крутой для вас, потому что если вы кое-что сделаете, вы получите подарок от меня ВКонтакте, наверное, это круто. В общем, суть вызова в том, что надо вот так вот с языком, зубами язык прижать и спеть 5
песен, а вы должны в комментариях угадать эти песни, и кто первый угадает, как бы тот и получит подарок. Так что давайте начинать. Я не придумал песни, но начнем вот так. Первое. Надеюсь, хоть чуть-чуть понятно. Вторая песня. Сейчас придумаю. Так, вот, все придумал. Я надеюсь, это понятно. Вот это, если что, ладно, намек, это русская песня. Еще одна песня, вот, тоже русская. Четвертая песня, давайте все-таки, вдруг кто русских не знает и не слушает. Такая довольно нашумевшая песня. И все вроде, и последняя песня, пятая. Я сделаю такую, чтобы вот реально сложно было, вот сейчас подумаю побольше. И последняя песня, не буду говорить русская, она испанская, немецкая, английская, просто спою. Вот, друзья, вот были небольшие отрывки. И да, сейчас вы пишите в комментариях, и если вы угадаете, получите голос. Все, пришло время прощаться. Я хочу сказать, что вы кидали в обсуждение ВКонтакте еще вызовы, ведь я их беру оттуда. Подписывались на канал там, ставили лайки, писали комментарии, смотрели следующие видео, смотрели шоу на ходу. И что, всем пока, удачного дня.